Ну, что я хочу сказать. В этот раз я заселилась в свой отель. У меня улучшенный номер. Ну, такая же колоритная обстановка над кроватью. Вот еще у меня диванчик. Вот еще у меня зеркало. Надо же было приехать в Турцию и не взять с собой зеркало. Но здесь все как обычно. Чайник, кофе, водичку уже мне дали. Это, видимо, шкаф. Не знаю. О, точно, я уже и забыла, как тут. Да, это шкаф. Это туалет. Красивый туалет. Все хорошо. Замечательно. Но самое прикольное, что у меня вид будет в комнате на другую сторону. Балкона у меня вроде как нет, только решетка. Но вид на мою улицу, люди. Ух ты, я и не знала, что тут так, что тут на уровне моего вот отеля там вот у них парковки и здания. Получается, я в низине, да? Они на холме. А как они туда забирались? Ничто не предвещало. Ну вот, это, собственно, Султан Ахмед, старый город, старые домики, старые здания. Я вот что-то вижу там красивое, я еще везде была. Ой, мне тут прям хочется пожить недельку, другую, третью. Как-то здесь мне больше нравится. Теперь я знаю, что вот это таинственное слово «Осзане», что обозначает аптеку. Вот такой у меня, в общем, как во Франции. Французский балкончик, можно сказать, да. То есть можно лежать на кровати и смотреть. Как мне этого не хватало. Ох, как это надоело мне это солнце, это море, эти пляжи. Не пойдем сегодня на пляж. Будем купаться в бассейне. Да. Там внизу, кажется, холодильник. Я его еще не освоила. У меня тут два окна. Вы представляете, люди, два окна. И мне обещали принести кофе через 5 минут. Вроде бы только 3 прошло. Столик есть, интернет уже включился, работать можно, осталось узнать, а как, собственно, пользоваться холодильником. О, так он холодный, отлично, а то у меня есть сыр, апельсины. Вот. Ах, как я удачно зашла, ну как на мало дней. Ну что такое, послезавтра мне уже улетать в Россию, нет, чтобы еще недельку. У нас такой короткий отпуск. В смысле, маленькие новогодние каникулы. Да, вот моя карточка. Ну все, счастье есть. Его не может не быть.